В этом году писатель, поэт, драматург Дионис Николаевич Танасоглу отметил бы столетний юбилей. В его родном селе Киритлунга установлена в честь него мемориальная доска. Она расположена в сельской гимназии. Учебное заведение открыло свои двери для целой плеяды ученых, политиков, педагогов, деятелей культуры автономии, отметила директор гимназии Валентина Молодыка. Дионис Николаевич Танасоглу закончил свой жизненный путь в 2006 году. Я работаю учителем в этом учебном заведении с 1997 года. Мы встречались, он был частым гостем в нашей школе. Мы знаем его лично, знаем его родственников, мы знакомы с его супругой. Он был очень талантливым, он был всесторонне развитым, он был настоящим патриотом. Он был человеком очень верным и преданным своему делу, своей профессии. Он отдавал жизнь своему народу. Коллектив педагогов и учащиеся гимназии подготовили музыкально-литературный спектакль, основанный на творчестве писателя. Дети гордятся, что Дионис Танасоглу является их односельчанином и прославил село Киритлунга. И я рада, что учусь в этой школе имени Диониса Танасоглу. На уроках гагаузского языка мы проходим биографию Диониса Танасоглу. Мы узнаем о том, что он был очень хорошим писателем, который прославил нашу школу, наше село. И я очень рада, что он писал стихи о своем родном селе. Надо чтить память о деятелях культуры Гагаузии, чтобы молодежь знала их и передавала эти традиции следующим поколениям, отметила супруга писателя Любовь Танасоглу. Денис Николаевич слишком много отдавал и людям. То есть вся жизнь его посвящена гагаузскому народу, гагаузской истории, литературе, культуре. И, конечно, в доме его не хватало, это честно говорю. Его не хватало, но мы как-то это переживали, потому что я тоже понимала, и все было подчинено этому. Чтобы у гагаузского народа была история, чтобы у гагаузского народа была литература, чтобы у гагаузского народа, ну, как вы знаете, в 57-м году письменность, и все подчинялось, то есть, этому. Исполнительный комитет Гагаузии объявил 2022 год годом Диониса Танасоглу. Эта неделя в Гагаузии была очень яркой, неделя, посвященная столетию рождения Диониса Танасоглу, праздником нашего родного языка. Я еще раз убедилась в том, приезжая в каждую школу нашей автономии, что у нашего родного языка есть будущее, у нашего русского народа есть будущее, потому что у нас есть уважительное отношение к тем людям, которые отдали свою жизнь во благо служения нашего общества. Дионис Танасоглу был ректором Камрадского государственного университета, преподавателем, драматургом. Он написал первый роман на гагаузском языке «Узун Кирван». Дионис Танасоглу был награжден званием «Почетный гражданин Гагаузии». Татьяна Ставилова, Олег Дулогла, Леонид Арфанос, Мария Казаку, ГРТ, Новости.